Если интересно будущее, обязательно подпишись. Не забываем ставить лайк и делиться своими мыслями. Спасибо. Космическое тело АР-2 приблизится к планете на очень опасное расстояние. Скорость астероида составляет всего лишь 8,7 км в секунду. Не впечатляет, правда ли? А если так? Это 32 320 км в час. Для сравнения, максимальная скорость самого быстрого самолета Boeing X-43 всего лишь 11 230 км в час. Если не скорость погубит нас, значит его масса так точно. По оценкам НАСА, астероид имеет размер от 1,5 до 4,1 км в диаметре. К примеру, астероид, который привел к вымиранию динозавров, имел в поперечнике примерно 10 км. Не обольщайтесь, что летящий на Землю астероид намного меньше, от его столкновения канут в небытие целые цивилизации, а все человечество погрузится в многовековой хаос. Телеканал CNN, ссылаясь на данные из центра НАСА, официально заявил, что столкновение с планетой исключено. Не странно ли это? А теперь представьте, как бы сложилась ситуация в мире с пандемией, если бы люди хоть бы на одну йоту прислушались бы к предсказаниям Ванги о коронавирусе. Вдумайтесь, ведь уже из трех пророчеств Ванги за этот год сбылось аж два. Первое пророчество было связано с религиозными войнами в странах Европы. Массовые конфликты межрасовых и религиозных стычек вовсю колыхают в странах Европы. А в последнее время из-за огромного прилива беженцев с горячих точек, ситуация обостряется в геометрической прогрессии. Второе пророчество Ванги связано с годом пяти двоек. Провидица говорила именно о коронавирусе, который зародился в Китае и постепенно распространяется по всему миру, увеличивая ужасную статистику. О коронавирусе и с большой вероятностью о хантавирусе. Ванга пыталась предупредить человечество еще десятки лет тому назад. Но эти два пророчества лишь детская забава по сравнению с третьим. Вблизи дня пяти двоек, черный пепел накроет землю и закроет солнце, реки выйдут из берегов, огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым. Кто-то скажет, что день пяти двоек уже был 22 февраля, я вас огорчу. Он в этом году не один. Ванга предсказывала, что на континентах наступит засуха, массовое наводнение, высокая активность вулканов и прочие стихийные бедствия. По ее предсказанию релятивности возможных бедствий можно уверенно сказать, что Ванга нас предупреждала о гигантском астероиде, достаточного для того, чтобы повергнуть весь мир в хаос, не уничтожив его в мгновение ока. По мнению ученых, астероид будет находиться в 6,29 миллиона километров от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до Луны. А стоит ли нам доверять неким экспертам? Или все же нужно прислушаться к бабе Ванге? Понравилось видео? Ставь лайк и делись комментариями. Подписывайся и будь всегда на шаг впереди к будущему. Спасибо.